Добро пожаловать, мальчишки и девчонки. С вами ваш Навар Мор, и мы снова в розовом скафандре и в небожитком небе. Побегал за кадром немножко, совсем чуть-чуть, обнаружил две интересные вещи. Во-первых, вот эту странную базу, заросшую разного рода тентаклями. Во-вторых, что гораздо более актуально, это наша планета. То есть я чувствовал, что эта планета с радужными гейскими шариками мне чем-то знакома, но оказалось, что это реально наша планета, и на ней находится вот реально наша база. Кто бы мог подумать? Но бог с вами, бог с вами. Главное, что мы продолжаем квест на Артемиду. Ферритная пуля Уран. Уран бы взял бы, но инвентарь забит. И в плане квеста на Артемиду мы делаем усилитель сигнала. Я надеюсь, что его без балды где ставить. Поэтому делаем чпунь номер один. А нам с этого полегчало или не полегчало? Скажи. Усилитель сигнала. Пошел. Желтый лучик в небо задолго до Мстителей. Обнаружены сигналы активно, аванпостов активно, навигационная подпрограмма активна, обнаружение элементов улучшения экзокостюма активно, лучше стало. Укажите навигационную задачу. Строение поблизости мы уже нашли, без тебя. Давай точку триангуляции. Проведите триангуляцию, разместив первый маячок, сделали. Расскажите, надо новости об Артемиде. Находясь в космосе, вызовите аномалию через быстрый... Подожди. Охлади свое, так сказать, вот это самое. Мне сказали, что здесь есть даже такая штука, как... Нет, не каталог, не этапы, а журнал. Вот. Одна среди звезд. Разместите второй маячок, чтобы провести триангуляцию. Посетите несколько планет... все-таки разные планеты, да? Хорошо. Плюс было еще кое-что, что мне посоветовали. Сказали, вот Невер, там вот со стражей прям без балды выпадают такие супер-мега-ресурсы. Я ж таки поверю, но проверю. Для начала я сохранюсь, потом соберусь, а потом попытаемся навалять стражу. Здравствуй, страж. Смотри, вон птички полетели. Кого у нас сзади, смотри. Ну что ты на меня смотришь-то? Молодец. Вот так ему стражу в жопеньку. Сделали. Так, да, со стражи выпадает мега-ресурс. Называется еще больше стражи. Мать, а что ж мне об этом не сказали-то? Есть такое небодрое ощущение, что меня даже обманули. Немножко. Совсем чуть-чуть. На полшишечке. Новые стражи за новыми стражами. Так, ты за мной? Ты моя или я не твой? Давай я тебе тоже наваляю. О, тебе не наваляю, потому что ты собака мощная, да? Да и первый страж ремонтируется. Вот кто бы мог подумать? Вот скажите, пожалуйста. По-моему, меня все-таки немножко обманули. Негоже Невра обмануть. Грешно. Окей, валим, пока нас не добежали, не достали, не долетели. Где-то... А, чё я мучаюсь-то? Господи, я же могу его вызвать прям к себе. Да, чё еще заметил, что наш... невозможно вызвать в бою. А чё заметил, что наш корабль заземляется шокирпич? Ну, сейчас он заземлится. Давай, хопца. Вот, и он рухнул, тупо как кирпич. Здравствуй, мой летающий топорик. Надеюсь, топливо в тебе есть, иначе нам будет сильно грустно. И где бы, ну давай, на разгон взяли. Чай в космосе, что увидим. Так, мне нужна планета, которая не эта планета. Любая другая планета мне подойдет. Я же надеюсь, что в этой системе. По крайней мере, потому что гипертоплива я не делал. На гипертопливо у меня ресурса нету. Искать его мне очень жутко лень. Я понимаю, что потом придется, но все же. Так, что нам дали? Третий это на заправочку. Это мне платину дай или что-нибудь и же с ним похожее. О, вон и планета, кстати, прям по курсу. О, две планеты прям по курсу, замечательно. Все равно туда летим, заодно и астероиды пощелкаем. Давай, туру-ру-ру-ру-ру-ру. Что мне дают? Серебро. Серебро, это, конечно, хорошо, но не совсем то. Мне платину дали. Я не знаю, что писали, что вот прям пушка не такая, или такая, как была в прошлом корабле, слабенькая, глупенькая, вообще ни о чем. По-моему, лучше, по-моему, больше. По крайней мере, вражин разваливает в разы лучше. Со скольки там? С трех выстрелов мы снимаем щиты. Такое всем. Здравствуй, волшебный астероид. Тебе что падает? Ха, бесполезное золото. И ну мы возьмем, конечно, мы не гордые, но... Ой, ты, боже ты мой, что ж ты... Не, так, живи, кораблик. У нас большие щиты, мы мощные, шикарные. Намек понятен. За платиной будешь летать другое время. Слушай, у
меня такое стрёмное ощущение, что это океаническая планета. И, по-моему, мы еще не видели океаническую планету вместе с вами, No Man's Sky. Сейчас немножко проверим. Что-то как-то долго летится, но мы проверим. Может, это просто подгрузка идет, и на самом деле это облака? И ни разу это не океаническая планета, а на океанику купи отдельно чунь-чунь и по DLC. Так, давай, вхожу в атмосферу и... А, нет, это наша планета с базой сосулька. А нет жизни перфекции, нет жизни счастья. Так, а что, нас долбут или нас... Я не пойму. Да какой ценный груз, господи, один проводной станок, и тут мучены уже коцаны. Приближаются вражеские корабли. Ну, давай. Я не гордый, я наваляю. Вот наведусь на тебя своим кирпичом летающим и наваляю. Конечно, подло есть, да. Стоямба, стоямба, где ж ты есть? То что ж ты меня так видишь, я тебя не вижу. О, вот он, вот он, мой красавчик. Ну, иди ко мне, хороший мой. Стрелять он по мне удумал. Опс. Награду дают за это, падло, или не дают? Или за второго дадут? О, у него тоже летающий кирпич. Битва двух космических утюгов. Не фрилансер, конечно, да, не фрилансер, но... Ну, ты перегреться, народ просто нашла момент, чтобы перегреться. У него жизни там вообще не оставалось. Засрань. А где-то есть. Впились, пожалуйста, в шипы. И вообще, на что он рассчитывает? То есть у него жизни вообще не осталось, щитов нету. Почему бы ему не свалить? Не? Вражеские корабли уничтожены. О, улучшение отношений с вайкинами. Прикольно. Прикольно. Не то, что хотелось бы, но пойдет. Так, давай, пильник. Ну ладно, молодец. Заземлился. Здравствуй, дорогая. Здравствуй, еще один усилитель сигнала. А, у нас нанотрубочек-то нету. Углеродия священного нам не завезли. Или завезли. Ах ты, ёхта. Хорошо, корабль вместительный. Мы можем лишнее переместить. Силикатный порошочек, звездолетик. А здесь делаем углеродные нанотрубочки. Давай две сразу, нам нужно будет две. Вот там страж. Я не знаю, кто на той планете токсично на вас нападал. Это было еще не ее. Это был кто-то другой. Здравствуй, маячок. Задачка та же. Триангуляция. Мыслей нет. Только не говори мне, что все-таки в разных системах нужно размещать маяки. Это же безбожно, это же нехорошо, это вообще не кошерно. Найди мне строение поблизости, если найдешь. Что-нибудь есть? Что-нибудь? Ничего нет. Нет, есть даже, серьезно. И что там такое? Завод. До прибытия 6 минут. Не, на завод мы не хотим. Один раз в жизни пытались, но нас туда не взяли. А бак инвентарь полон. А самое-самое прекрасное в этих гринделках — это то, что у тебя вечно что-то не хватает, не влазит и не умещается. Прям чувствую дыхание Скайрима. Там тоже наберешь всякого дерьма, в смысле полезных вещей, да? И страдаешь потом. Окей. Тебя мы забираем. Ну и пытаемся скрафтить батареечку, чтобы улететь в другую систему звездную. Да и тащим-то не так все и сложно, не так все и страшно. У нас даже есть запасы антиматерии, не знаю где. Мы можем скрафтить контейнер. Из этой байды, если у нас будет свободное место, он своего вечно, конечно же, нет. У, извлеченные данные, надо бы на компьютер слетать и заюзать. Давай микропроцессоры в звездолет забросили. На свободном месте делаем варп-ячейку для звездолетного топлива. Есть такое. Взлетать можем. Если я правильно понял, то у этого корабля повышенный лимит в плане вместимости взлетного топлива. По крайней мере, не требует каждый раз заправляться. Так, ну давай. Бесконечность не предел. Чуть-чуть маразм, что называется, тоже. Где мы есть? Куда нам нужно? Галактическое ядро Евклидова галактика. Я могу... Не, я хочу отдалиться как можно дальше. Фильтр без фильтра. Не... 100 баллов анальной боли человеку, который придумал вот такой вот
прелестное наведение в галактической карте. Я так понимаю, что Слопар и они ГКК, это там, где мы были. Смущает система Джолин. Так, уйди. Я хочу навестись на систему Джолин. Могу ли я туда полететь? Наверное, могу. Варп. Хоули махоули, а куда я залетел? Есть такое ощущение и слабое знание астрономии, что вот сюда нам точно было не нужно. А я еще думаю, что такое спиральное, красивое, интересно. А это немножко черная дыра. Я не спрашиваю, что будет, когда мы на нее залетим, я спрашиваю только, что это за космическая станция и за неизвестная планета. Не, ну если какие-то дебилы здесь торговлю устроили, кто я такой, чтобы с ними спорить? Давайте слетаем, посмотрим. Потом на планету стоять, ты хоть притормаживай, господи, ну что такое сложное? О, а где черную дыру девали? Ю. Пока летели, украли черную дыру. Обидно, печально. Сверху нет, сбоку нет. Или вот это вот она. Раньше она была больше, плюс какие-то грузы. Слушай, грузовой корабль. Вот ты меня заинтересовал. Станцию мы найдем в любом случае, а в платили грузовые корабли, это уже интересно. Я тебя догнать смогу или не смогу? Я надеюсь, ты вообще в этой звездной системе. 3-2-1, чуть-чуть взад не впилиться. Вижу точку залета. Или это просто фонарик. Или это точка залета. Да, но нет. Чуваки, можно с вами состыковаться, иначе я вам взад влечу, и вам будет грустно и обидно. Местами очень даже сильно больно. Не, в смысле ты от меня уходишь? Мне обещали взаимодействие с грузовым кораблем. Запуск процедуры швартовки. Я вообще спросил, в какое место, но... Понимаю, что особо не особо. Может, сюда, что ли? Ты там хоть большую стрелочку рисуешь. Стыковаться, варповаться здесь... Явно не сюда. Так, вон там какая-то мелкая бздя залетает. Может, нам за ней залететь? Чуть-чуть тихо, нежно. Вот оно где, слушайте. Насколько это актуально, непонятно. А вот теперь вопрос всех вопросов, на кой мы сюда прибыли. И мне поясняли, что я вообще тупой, можно было корабль продать, за те же деньги купить новый. А купить это за деньги, а халява это халява. Эгида, нет, не то. Нас вообще интересует торговый терминал. Немножко, совсем чуть-чуть. Во, вот это классная штука. Она с колечком. Сколько ты будешь... Звездолет хозяина, прапорщик... Не, ну прапорщика мы звездолет не перекупим. Найдите пилота, чтобы начать обмен. Вы прапорщик, товарищ прапорщик? Купить звездолет. Обсудить цену. Купить за 1 800 000, обменять за 0. Какая-то интересная механика, я так скажу вам. У нас класс А, если я правильно понимаю, здесь класс Б. Потенциал урона у него больше, прочность щита больше у нас, дальность лучше тоже у нас. По-моему, мы с вторичным прапорщиком торгуем, и он нас немножко хочет скидануть. Поэтому мы воздержимся совсем чуть-чуть. Давайте хоть торговый терминал найдем. Лифтецкий, круто. Телепортецкий, не круто. А у вас есть кто-то такой? Вот правильно, холоп, барину кланяйся. Неразговорябельный, вообще, скорее всего, это голограмма, но прикольно. Че я сюда зашел? Ну так, на полшишечки, кто мне пояснит в комментариях, что я сюда зашел, будет большой молодец. Ох ты, ёхта.
Высоко, красиво, моцно. Может, у нас здесь задание какое проявилось? Давайте посмотрим. Артемида среди звезд одна. Есть такой путь ответа. Вот, доберитесь до черной дыры по галактической карте. То есть мы сюда даже не зря прилетели. Космическая аномалия — это надо и пол. С ними нужно потрендить. Нет, заданица не добавилась. Вот, адмирал Вильзебуб. Кто еще адмирал? Нарушитель, мы. Гра. Вау. Аура значительности, но и усталости явно указывала на то, что это был капитан судна. Интересно, утомляет ли их бремя владения? Должно быть, ответственность за жизнь благополучия команды тяжким грузом лежит на их плечах. Он наверняка прислушивается к предложению. Владение грузовым судном открывает доступ к строительству базы прямо на борту. Опаньки. А также к ангару для размещения кораблей, к инвентарю большего размера. Вот с этого нужно было начинать, чё почём. Цена класс C7 лямов. Ну, у нас есть. Вот тут прям почти близко. У нас 2700 уже и 2017 уже есть. Грузовой корабль 17 ячеек. Купить за 7750. Тяжко-тяжко. Можно я тебе вообще груз куплю? Мне платину бы набрать бы. Ну ладно, я тебя услышал. Нет у нас таких денег. Откуда у бедного студента деньги? Ну вы о чем? Выпускайте меня, пожалуйста, в зад. Вас же полутать ничего нельзя. Вы наглые злые личности. Прекрасной девочке в розовом скафандре вы ничего не отдаете. Но намек мы поняли. Если встречаем грузовые корабли, то можно даже перекупить. База на борту, как по мне, это такое все. База на планете гораздо круче. Здесь нет ощущения жопной боли, что тебя прям набегает. И радиация, и холод, и жара, и пылевые бури, и песчаные черви. Так, вопрос всех вопросов. Если я серьезно наведусь на черную дыру... Пойдет вас дальше нажмите. А, не, все-таки не эта черная дыра. Оно был неправ, исправлюсь. Делаем новую планету, делаем новую точку сканирования. И таки тащим там, скажу, шикарно, когда у тебя нет на планете базы. Не, я только что говорил, что база на планете самый топ, но когда у тебя нет на планете базы, это вообще замечательно. Тебе не нужно искать посадочное место и полчаса лететь до именно нужной точки. Так, что это такое, что это такое, что это такое? Может даже подхабать им ресурса. Тихо, нежно. Эч, ешечка. Там были радужные шарики, здесь радужные дилдо. Ох ты ж мать. Но знал, что гейская планета до добра не доведет. Что это такое? Это Уралино. Планета новая открыть. Что за байда? Мазерит. Скажи мне, мазерфакеры, с чё... Как обычно. Нашел что-то новое, внезапно интересное, из него выпадает все тот же феррит. Вот же как. Не надо врать. У нас все заряжено. У нас толпа этих ячеек. Я тут находил немножечко, совсем чуть-чуть вот эту жилку. Что нашли? Что нашли? Что нашли? Ух ты ж мать. Так, никто не видел, никто не слышал. Мы нашли толпу золота. Жешечку мне, пожалуйста. А вот это мы захоботим. Если набегут стражи, то мы их раздолбим. Возможно, даже с корабля. Мысли нет свободных ячеек. Ты что, смеешь? Ферритная пыль к звездам. Ферритную пыль к звездам. Тут золота полно. Оно мне рассказывает, ячеек нету. Да, я, кстати, слышал в тех же комментариях, что тут есть режимы этого бомбезного добытчика-добывателя. Но я опять забыл, какие кнопки, поэтому, ну, грусть, печаль. Можете написать «Never to pit» безбожно. Так, золотишко, 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 золотишко. Если бы еще платины найти, немножко фосфора, совсем чуть-чуть пугнее, мы бы доделали наш кораблик, но чё, нет, то нет. Так, золотишко, 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 золотишко. Интересно, кстати, посмотреть, во что оно перерабатывается. То есть медь перерабатывается в хром-металл, а золотишко во что? В государственный резерв или сразу в вечно зеленый американский доллар. Так что такое? Чё ты сюда прилетел? Я тебя звал? Я тебя не звал. Вот и вали отсюда. Я тут вообще спокойно подчиняю усилители сигнала. Она летает всякие разные.
Давай, расскажем. Отсюда ты триангуляцию сделаешь или не сделаешь? Найти строение полета. Что, ты меня троллишь, собака? Ну, найди строение поблизости. Что-то нашлось даже. И что там такое? Аварийный маячок. До прибытия 9 часов. Так, я забираю. Ну а самое прелестное, это когда ты осознаешь, что у тебя нет топлива для взлета ни на одном из твоих кораблей. Построить звездные врата ты не можешь из-за отсутствия всего лишь углеродных нанотрубок, собака. А углерода на этой планете как дерьма, то есть нету. Жизнь боль, но тем не менее, вот что-то такое нашлось. Будем клепать новую базу, будем клепать звездные врата, будем отсюда выбираться и искать уранию хотя бы на закупку. Внимательно наблюдаем, есть такое. Казалось бы, что нам нужно? У нас все, что нужно. Возвращаемся к точке базы, которая очень далеко от этого места. И пытаемся законнектиться. И отправляемся по чему-то, что со значком огненного солнышка. Вроде бы какое-то подходящее место. Может быть, для размещения второго маячка. В принципе, понимаю, почему немногие, точнее, не все врываются в No Man's Sky. Для свободного мира здесь слишком свободно. Я бы даже сказал, излишне свободно, это не есть хорошо. Так, давай, дорогой мой, где у меня есть там ураний? Листаем нежно, листаем аккуратно. Листаем не спеша, потому что мне объясняют, что Невер, ты опять пропускаешь многие вещи. Но я, вижу много-премного урания. Весь могу взять? Теоретически весь могу взять, давайте. Тем более, что да, при взлете с космостанции нам не нужно топливо для взлета. Зачем тогда его придумывать вообще? Так, планетка сосулька. Чего нам сразу в этой системе не показало, что есть подходящая точка? Мы же летали, мы же были рядом с этой планетой. Что с тобой не так? Тем более, что она была, эта планета, по пути от голубой устрицы до сосульки. Ну что за дела? Да, 3, 2, 1, погнали. Вы не поверите, но здесь уже был кто-то, да, нас стоять боятся. Отца. И не говори мне, что я сел не туда. Я вот четненько вижу, что сел именно в нужную, принужную точку. Так, с нужной точки найдена. Где мне тебя поставить? Или нам без балды где тебя оставить? Построить усилитель сигнала. Хопца. Токсичная, как первая планета, на которой мы заземлились. А скажи, здесь можно или нельзя? Сигнал обнаружен, навигационные данные обнаружены, все остальное обнаружено. Да, точка триангуляции есть, спасибо большое. Обнаружена подходящая точка для триангуляции. То есть теперь ты обнаруживаешь сразу, да? Не дай тебе, боже, сказать, что она находится на нашей сосулечной базе. Потому что я вот чувствую прям, что на нашей сосулечной базе. Давайте немножко сторганемся, если есть что. Токсины снижаются. Что за покемон-мутант? Давайте исследуем образец. Отношения с вакинами улучшены. 3 из 9. Крутяк. Дайте мне еще покемонов. Облутали нанониты. 57. Мало, но стабильно. Что такое обсерватория вайки? Оу. То есть мы облутали вайкинов нанониты. Они такие, оу, это чувак наш. Мы с ним отношения повышаем. А сигнал, отправленный давно-давно из далекой системы, ждет моего ответа. В пустой строке бода видно 3 числа. Полагаю, мне известно, что идет дальше. Вы смотрите на человека, который закончил 5 курсов мехмата, и он не знает, что творить дальше-то. Но чисто по логике, 17.02, да, есть, значит не оно. 70.21, тоже есть, но тут его не предлагают. 02.17. Вот в тестах на IQ никогда мне эти фигни с числами не проходились нормально. А допустим, я скажу, что... Ты же вроде по сути смещаешь, да? Тогда следующее должно быть 21.70, если я правильно понимаю. Я открываю область в глубине космоса. Но сканирую почему-то планету. Вижу залежи меди. Пойман сигнал. Когда-нибудь, но это не точно, мы туда не отправимся. Зовут? Что написано? Древние руины. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Вне планет, тем более. Отправляемся на третью точку триангуляции.
Я могу... А, я же не могу тебя забрать, потому что ты здесь нужен. Хорошо. Вопрос. Мы взлетаем с того же голого грунта. Почему здесь не нужно топливо для взлета? Здесь земля с подпердопелем или что? Так, с вне планеты голубая устрица. Серьезно? Так, а ну давай взлетай. Будем, значит, молчать в голосину, если окажется, что это на той планете, где мы уже были. Так, да, вы не поверите. Точка триангуляции там же, где это. Ох ты, бог ты мой. Полетели. Довольно быстро прилетели. Планетка Гефоргава. Здесь стоит наша база. Здесь какой-то торговый пункт. Так, заземляемся чутенько вот сюда носом. Опца. Эч. Запущен процесс приземления. Вроде бы попали в нужную точку. Вопрос всех вопросов. Есть ли у нас третий усилитель сигнала? У нас нет ни углеродных нанотрубок, ни металлообшивки. Это мы можем сделать просто на изи-пизи. Можем, да? На трубочке так точно не... А, не можем, серьезно. Ни того, ни другого. Ух ты, моя золотая. Ладненько, быстренько за кадром делаем. Ну и клепаем этот ваш маячочек. Надеюсь, что в нужную точку переставлять как-то особо не хочется. Обнаружение активно. Если ты еще загружалась быстрее, а не как Windows Vista на... Нет, есть такая точка триангуляции. Провести триангуляцию сделали. Ну скажи, где ты есть? Возвращайтесь в космос, чтобы связаться с Артемидой. Подберите усилитель сигнала с помощью... А, то есть нам еще и забирать нужно. Могли бы сказать, что можно один было забрать и таскать с собой по планетам. Самое стрёмное и обидное, что сколько там до нашей базы-то? Буквально 20 минут лету. Это на самой медленной скорости, если пешочком. Есть такое. Артемидушка нас вызывает. Здравствуй. Впервые дотянувшись до небес, я не знал, чего у меня ждать. Необыкновенная красота, загадки, приключения и опасность. Кто же знал, что все так обернется? Иди к голографическому терминалу и загрузи свои данные. Давай найдем друг друга. Ну, расскажи мне. Не, знаете, с каждым моментом, с каждым ее квестом я люблю Артемиду все больше и больше. Все глубже и глубже, все чаще и чаще. Где? Ты мне скажи, главное, где? Найдите голый терминал, чтобы отправить данные Артемиде. Цель для сканирования местности. Ну, засканировал дальше. Что? Меня обнаружил враг. Легче стало, легче не стало. Но обнаружен голый терминал. Так, где эта подла есть? Я не про врага, я про голый терминал. А, значит, ты меня не отпустишь, да? Ну, окей. Двоих. Заодно сравним наши пробивательные орудия. Не, ну определенно, на том корабле пушки были гораздо лучше. Гораздо лучше. 3-2-1. Эч. Ну давай, 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 последний подпердопельный. Бака такая, что ты щит-то так быстро восстанавливаешь. Нельзя так делать. Один есть, один готов. Где второй клиент? Спасибо, мог просто обозначить свое присутствие. А не наподдавать мне в зад. Чувак, я фрилансер, прошел до конца. Дважды. Таких, как ты, я ем на обед, завтрак и ужин. А с фрилансером было сложнее. Это игра суровых 90-х. А где ж ты будешь-то? Определенно стоит купить ракеты. Я надеюсь, что здесь есть ракеты. Желательно с самонаведением. Да шо ж ты щит-то восстанавливаешь, безбожник? Помолись, подбойся и сдохни. Да ну не серьезно, что ты действуешь, чувак. Ну как так можно-то?
Пока я его долбую, догоню, он опять восстановит свой щит. Есть, есть, наконец-то. Где там у вас голый терминал? Фу, минус последний. Но нет, таки добрались. Таки долетели. Отдельно радует, что к каждому голому терминалу представлен свой отдельный уборщик. Заметьте, ни пыли, ни грязи, ни мусора всякого разного. Чуть-чуть, не надо разрядку. Ой-о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 й
возможно. Мы таки найдем способы. Да? В смысле щит отключен? Ты что, на ступеньке споткнулся или что? Вы сатанили, твари? Где, как, куда и зачем? Или это меня стражи шваркают? Тогда я лучше тут заем. У меня, по-моему, висит груша, нельзя скушать было. Была, да, была, но я ее переложил. Прям самый нужный момент. Так, в смысле у нас жиза пропадает? Что-то токсины разряжены, нет, заряжено все. Ну, без балды заряжено все. Ему еще надо. Голографическая точка активирована, доступна несколько источников сигнала. Но вас мы свяжем только с Артемидой. Лучше бы дали галактический парнахаб. Тебе уже удалось зафиксировать свое положение? Дай знать, когда у тебя будет все готово к получению данных. Готов. Отлично, наметился прогресс. Погоди, я только... Артемида передает свои данные, звездную карту своего положения. У меня нет снаряжения, я не знаю, где нахожусь. Не знаю, сколько я уже здесь, так что пришлось воспользоваться старинным способом. Дорисовать звезды. Думаю, ты наверняка найдешь немало тех, кто сможет сопоставить наше изображение. Мой корабль был неподалеку, так что расстояние между нами невелико. Я передам тебе свой переводчик, ты сможешь понять, что тебе говорят. Сначала нужно его откалибровать, но для этого хватит нескольких слов. Удачи или до встречи, Дамблдор ты бритый. Артемида. Так, нужна медь, нужен микропроцессор. И мы сможем разговаривать. Хотя мы микропереводчик покупали на круглой летающей базе, вроде бы должны были давно уже установить. Фишка в чем? Фишка в том, что... Сволота это Артемида, и я такое чувство имею, что... Никогда мы ее не найдем. Фига ли мы триангуляцию делали, скажите, пожалуйста. Что нам это дало? Физически. Ничего. Поэтому, друзья мои, делаю маленькую паузу. И страдать продолжим уже в следующем эпизоде. Всем удачи, всем до встречи. И не забываем про наш Дискорд, Телеграм, ВКонтакте, Фейсбук. Ссылочки все там же. Увидимся, друзья.